Александр Цыпкин. Женщины непреклонного возраста. Часть первая. Позор. Моя подруга Ира пошла договариваться об устройстве сына Аболтуса в вуз. Ну и ЕГЭ там, ЕГО, и после этого там какие-то еще собеседования надо было проходить. И невыдавленный советский опыт подбросил мамаше идею сходить на прием к начальнику. Ректор был заранее предупрежден о ее визите, обещал помочь на отношениях, ну, то есть обычным питерским взаимозачетом. Я вашего сына в институт, вы племянника Петра Сидоровича без очереди в ЗАГС на английской, а Петр Сидорович моего дядюшку опять же без очереди на кладбище. Денег никто не видит, но тело движется. Тем не менее, люди мы интеллигентные и всегда берем с собой уважительную бутылочку. Подруга моя тоже дама приличная и пришла к ученому с коньяком в неимоверно пафосной коробке. Ректор был в прекрасном расположении тела и духа. Пригласила заботливую мать в маленький кабинет за большим кабинетом. Накрыл фуршет, скакал ланью, шутил и абстрактно надеялся. Ира отрабатывала визит, смеялась и поправляла волосы. Ученый восторгался подарком. Говорил, что это его любимая марка. Сокрушался из-за совершенно необязательных расходов. Гостья кокетничала. Рассказывала, как сейчас зашла в магазин и полчаса искала именно этот коньяк. Профессор предложил, не откладывая, распить подношение. Суетливо раскрыл коробку, продолжая трещать, как снегирь. Достал изящную бутылку и замер. Ира стала похожа на сливу и хотела одного — провалиться сквозь пол, подвал, землю, магму, ядро земли и далее до горизонта событий. Бутылка была, как говорят оптимисты, наполовину полная. Джентльмен не растерялся и добродушно пошутил. А ректор какого вуза выпил первую половину? Ира заплакала. Она не плакала давно. Ни в кино, ни от дикой усталости, ни от зубной боли, но тут не выдержала. Было очень обидно. Отмечу, что моя подруга – образец порядочности, особенно в вопросах благодарности. Да, она зачем-то соврала, что зашла в магазин, хотя взяла бутылку дома в ящике, где хранились годные к передариванию коробочки. Но это был ее единственный грех. Увидев женские слезы, ученый бросился успокаивать несчастную мать, налить чертов коньяк, выпил сам, извинился, налил Ире, она еще сильнее разрыдалась, извинился снова, успокаивал, предлагал воду, говорил, что все это пустяки, мол, бывает, в общем, достойный человек. Более того, он заверил мать, что сделает для сына все, что в его силах. Ира попросила разрешения забрать коньяк с собой, чтобы он не напоминал о позоре и, испугав приемную, с заплаканным лицом покинул храм науки. Цель прихода, кстати, была выполнена. Но как виноград неизбежно становится вином, так и женские слезы обязательно обращаются в ярость. Кто-то должен был казнен. Ира послала мужу и сыну СМС следующего содержания. И есть серьезный разговор. Всем быть дома в 8. Часть вторая. Суд. Надо сказать, что моя подруга – живое воплощение классического афоризма. В нашем доме все решает папа, а кто папа, решает мама. Причем муж ее отнюдь не кала, но все равно в правах ограничен. А вот дети, по-моему, 13-16, так, те совсем строевые, дышат по расписанию. При этом Ира, разумеется,
считает себя мягким человеком с прекраснейшим характером и очень обижается, когда ее называют Ким Чен Ира. В 8 вечера Ира в обществе коньяка вернулась с работы домой. 6 тревожных глаз встретили ее в прихожей. 6 дрожащих рук пытались помочь снять пальто. По-мужски себя вела только кошка Дуня. Ее единственную и наградили теплым взглядом и хоть каким-то словом. Далее без предварительных ласк состоялся суд. Ира, по старой российской традиции, одновременно выступала в роли прокурора, судьи, адвоката, следователя, свидетеля и палача. Дуня – секретарь суда. Муж и сын – обвиняемые. Вот так. В начале разбирательства мать сообщила об абсолютной бессмысленности существования всех троих мужчин в ее доме. Все тянет она. Никто ни хрена не делает и ни о чем не думает. Все абсолютные эгоисты и беспомощные бездельники. Угу. Кстати, Ирин муж – врач с именем и совсем не бедствует. Но это так, для справки. Отец семейства, привыкший к статусу вечно виновного, спокойно прослушав прелюдию, поинтересовался: «Ир, случилось-то что?» «Случилось что?» Ира достала бутылку и, прожигая взглядом, воздух спросила: «Кто это сделал?» Далее последовало повествование об утреннем позоре. «Мам, а я что? Теперь поступаю в НН? Университет?» Удивленно пролепетал виновник торжества. О планах на свое будущее он, как и всегда, впрочем, узнал последним. «Да, поступаешь», — рявкнула Ира. «Если ты, бестолочь, хоть что-нибудь сдашь». У парня имелась другая мечта, но возражать сейчас было бессмысленно. Да и он загрустил еще сильнее. «Итак, кто выпил коньяк?» «Я не пил, можно я пойду?» — облегченно выдохнул младший. «Может, в субботу к брату друзья приходили, а?» Малюта Скуратов в юбке знал, кого спрашивать и о чем. В выходные дети оставались дома одни. В комнате запахло потенциальным предательством. Папаша, поведавший мне эту историю, сказал, что в тот момент, особенно напрягся, переживая, достойно ли сына он воспитал. Выходные дома, естественно, была тусовка. Он ее диагностировал по окуркам на балконе. Младший молчал. Однажды брат в компании друзей связал ему ноги, посадил на бюст Лермонтова, и, если я не ошибаюсь, в Александровском саду, и устроил фотосессию. В другой раз та же компания сбросила из окна на голову парню презерватив, наполненный водой. И это были еще добрые шалости. «Я спрашиваю, что было дома на выходных?» Горота маминого взгляда неотвратимо затягивалась. Младший молчал. Дважды его сменная обувь была склеена моментом, и один раз отобрана лыжные палки прямо на горе. «Ты что, оглох?» «Я пытаюсь вспомнить». Старший не выдержал. «Да, ко мне приходили друзья, но, честное слово, мы не трогали коньяк». «Что ты врешь?» Око Саурона поменял объект испепеления. «Мы коньяк не пьем», фальцетил подследственный. «Как его вообще можно пить?» Врач успокоился, детей он воспитал хороших. А вот Ира готова была взорваться миллиардов осколков. К проблеме выпитого коньяка прибавилась несанкционированная тусовка и пьющий сын-школьник.
Надеюсь, ты меня не подозреваешь? Я бы чаем разбавил, чтобы улик не оставлять, усмехнулся опытный глава семьи. Младший наверняка его слова потом записал. А коньяк Валера на Новый год подарил. Давай я ему позвоню. Валеру, конечно, вопрос огорчил не меньше, чем Иру. Уху-ху-ху. Так это я тебе подарил? Ах, мы уже целую неделю с женой мучаемся. Она тут спрашивает, а где мой коньяк? Я говорю, что значит твой? Я его кому-то на Новый год подарил. А что? Он же в коробке стоял. Она мычит. Я его вечером по чуть-чуть пью. Я в крик. А из коробки почему не вытащила, дура? И вот деревня, прикинь, чего говорит. Коробка такая красивая, я не смогла ее выбросить. Прости, ради бога. Новая с меня. Врач поведал об этом Ире. В ответ она озвучила универсальную женскую позицию. Друзья у тебя идиоты, жены у них дуры, и ты, болван, не мог проверить, что тебе дарят. Мысль о том, что она сама не проверила, ну, что дарят, в голову ей не пришла. Но она девочка, ей все можно. По скриптум. А вот старший брат, говорят, младшего зауважал. Об этом и история.